Дональд Дак не носит штаны. Но когда он выходит из душа, то всегда завернут в полотенце. И как прикажешь это понимать? And just in case you're worried about who's going to pay for it, Mexico will pay for it. Изыди! Да шо ты? Ой! Беляш, ты шо? Стой! Красивый плантер, последние лучи буквально заходящего тропического солнца, которые отражаются здесь на залитой водой вот этой зоне безопасности в двойном. А все потому, что совершенство абсолютно неподвижно. Ему незачем меняться. Создатель, когда придумал вселенную, сумел решить эту проблему, слегка перекосив основу мироздания, добавив в них ошибку. И все сразу покатилось, заработало и ожил. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Александрович, Мамин бизнесмен. Это как Мамин сибиряк, только стихи не пишу. Я еще принес свою книгу, я ее написал вчера. Вы же за что цените этот канал? За самые непредвзятые и объективные обзоры на Ютубе. Где мы, конечно же, не выделяем никакой бренд. Вообще никогда. А моя песенка спета, колонки молчат, а ты мне сделала больно и покинула чат. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Что мне делать? Что? Сосать, конечно. Сосать? Оу май. О, голова моя. Мой мозг. Моя. Токсично-маскулинный комментарий, да, отвратительная мерзость. Take it. Can Lin-Manuel Miranda dance? You tell me. Fosse, let's go. Слышал обо мне? Что ты слышал? Ты здесь главный? Do it! Just do it! Do it! Wake up and work! Мур! Да? Да-да. Да-да. Да-да-да! I'll give you $200 for all of them. Yeah. Я посмотрел его 12 раз в кинотеатре. Ты не мог ничего понять? Ну... Пытался разгадать смысл? Ну да.